Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Trail 2014 года выпуска, 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 98 тысяч километров, загудел правый передний подшипник. Здесь интегрированный подшипник, подшипник ступится для того, чтобы его заменить. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо, снимаю суппорт тормозной. Снимаем тормозной диск. Ну, все это в процессе будем наблюдать. Поднимай. Поднял автомобиль, снял колесо. Снимаю вот эту коронку. Откручиваю гайку привода. Гайка на 32. Пошел, думал. Заржавел. Откручиваю суппорт. Два болта, головка на 19. Снимаю его и подвешиваю. Какие-то камни выпадают. Все, суппорт подвесил за пружину. Снимаю тормозной диск. Снимаю датчик АБС. Здесь у нас болт. Головка на 10. И выдергиваю его. Датчик вышел легко. Также убираю его наверх, чтобы не мешал. Ну а теперь смотрю, получится снизу открутить болты ступицы. Нет, неудобно.
Вот у нас 4 болта крепления. И чтобы их открутить, нужно убрать привод. А чтобы убрать привод... Так, освещения не хватает. Сейчас сделаю. Освещение добавил. Вот у нас 4 болта, которые у нас надо открутить. А здесь привод не дает этого сделать. И чтобы туда подобраться, я сейчас откручу шаровую болт. И рычаг отпущу вниз. И уже смогу подобраться. Замкнутой выдержкой. Не хочет выбиваться. Просто болт закис. Заржавел, почищу, смажу. Здесь есть пропил. В этот пропил немножко в расклин забью зубило. Вот так вот расклинить. Верхняя часть шаровой опоры коррозией покрылась, протянуть не могу. Чтобы посильнее разбить, откручу рулевой наконечник. Головка здесь на 14. Одеваю съемник, пыльник, чтобы не повредить, аккуратненько под пыльник заводим съемник. Слабенький, но живой. Тяга слабенькая, но живая еще. А вот теперь можно крутить стойку. Вот это что-то. Просто приржавело. Но так как мне этот рычаг тоже надо будет заменить, я его тоже поменяю. Поэтому ничего в этом плохого нет. Ну а теперь можно привод вытянуть. И спокойно открутить уже 4 болта. Сейчас покажу, как себя подшипник ведет. В нем рокот.
вот это, перекаты. Он тугой, он не люфтит, но у него внутри перекаты. А на большой скорости там треск стоит неприятный. Откручиваю болты. Болты здесь на 17, да. Ну что, обратно заведу на шаровую, сейчас шаровую немножко подчищу. Шаровая слабая, немножко люфтит. Так, немножко посадил, побрызгаю посадочное. Может быть, где-нибудь что-нибудь проникнет смазка. Беру обратный молоток. От молотка одеваю. Ну и сбиваем. А все-таки смазка проникла, он видно хорошо. Пыльник просто сидит прижатый под ступицей. Чищу. Смазываю посадочное. Беру новую ступицу. Новая ступица оригинальная, ниссановская, 40202 JG01B.
вот такая новая ступица. И устанавливаем ее на место. Посмотрел по мануалу, болты крепления ступицы затягиваются 88 ньютон-метров. Поставил. Ступицу затянул, попутно сейчас скину рычаг, заменю новый, поставлю и устанавливаем на место привод. Все, рычаг установил, смазываю шрус. Баллон закончился. Также снизу смажу посадочное под шаровое. Ну а теперь можно заводить привод и ставить шаровое. Новая шаровая влетела легко. Так, это затяну динамо, вставляю, смазываю болт. Thank you.
и перекручиваю. Ставлю тормозной диск. Камера отключилась. Смазал ступицу. Ставлю на место тормозной диск и устанавливаю суппорт. Затягиваю. Ставлю рулевую. Рулевой наконечник. Кстати, пока не поставил, поставлю на место датчик, почищу его. Маленечко медяночка сверху брызну. Ну и наконечник. Все, наконечник стоит. Теперь зафиксирую диск. Отвертку, вентиляцию вставляю металлическую. Динамо ключ на 125 ньютон-метров. Здесь именно 125. Поставил ключ на 125 и подтягиваю. Вот 125 затянул. Повторю. Но 125, я не знаю, это мало. Даже я столько не затягиваю. Я обычно на гайке меньше нормы затягиваю. Поэтому я возьму и по-своему затяну. Вот так вот. Ставлю коронку. И ставлю штифт. Шплинт.
Устанавливаю колесо. И на этом замену передней правой ступицы я закончил. Всего вам доброго.